Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сейчас буду готовить желе молочное какао. Оно будет такое вот слоями. Попробуем сделать, что у нас получится в итоге. Нам надо взять 2 стакана воды холодной. И в каждый стакан мы засыпаем пакетик вот 10-граммовый желатина. Будем замачивать желатин. В один стакан высыпем и во второй высыпем. Сейчас мы это все размешаем и оставим где-то на час, на 60 минут для набухания желатина. Вот так размешаем и пусть он у нас стоит. А этим временем сейчас мы приготовим для молочного желе жидкость. Возьмем стакан молока. Ставим ковшик на огонь и наливаем стакан молока. Добавим сейчас сюда 3 столовые ложки сахара. И будем подогревать наше молоко. Почти до кипения будем доводить, чтобы сахар растворился. Затем добавим, ну где-то вот так вот, четверть ложечки ванилина. И все хорошо помешиваем, чтобы молоко не пригорело. Вот мы довели молоко до кипения, и сейчас нам надо его немножко охладить. Потом мы будем добавлять в это молоко наш набухший желатин и будем его растворять. И туда высыпаем 2 чайные ложки какао-порошка. Будем варить напиток из какао. Туда отправляем 3 столовые ложки сахара. Мы это вот так перемешаем. Сделаем омоль побольше. И зальем 1 стаканом воды. И будем кипятить. Вот так помешиваем и доведем до кипения, поварим наш какао. Вот наш какао закипел, и сейчас мы в него добавим тоже где-то вот так четверть ложечки ванилина. И все перемешаем. И будем остужать наш сваренный какао. Вот мы процеживаем наш желатин через маленькое ситечко, чтобы стекла лишняя вода. И теперь в наше остывшее молоко мы ставим его снова на огонь. И сейчас будем растворять желатин в нашей молочной смеси. Вот таким образом. Помешиваем и будем... пока не растворится наш желатин, держать молоко на огне. В общем, наш желатин растворился в молоке, сейчас мы его будем процеживать. В отдельную емкость я всегда процеживаю, потому что обязательно какие-нибудь вот крошечки, видите, там остаются. Поэтому наше будущее, оно суфле должно быть, желе, оно должно быть чистенькое. И будем остужать. С желатином для нашего какао мы поступаем таким же образом. Вот эту смесь какао я тоже процедила, и сейчас мы будем ее немножко остужать.
И потом я буду разливать вот по таким формочкам. Но я считаю, они красивые. И будем чередовать слои. Сначала я налью слой с какао вот сюда по чуть-чуть. Потом поставлю для застывания. Потом буду наливать молочную смесь. И вот так далее, чередовать слои. Посмотрим, что получится у нас. Ну вот где-то вот по столбичку буду заливать. Не по много, вот по столько. Сейчас они немножко подостынут, и я поставлю их на холод. Вот я отправила наши формочки буквально в морозилку на 15 минут. Я, наверное, буду все-таки дозированно заливать грамм по 25, чтобы было это ровненько смотрелось. Вот таким вот образом. И сюда тоже сейчас налью. Нет, грамм по 50 даже, наверное. По 50 грамм получается, да. Вот таким вот образом. И сейчас отправлю снова в морозилку на 15 минут. Вот такая вот красота у нас получилась, посмотрите. Для того, чтобы извлечь оттуда из формы наше желе, я просто погрузила буквально на 2 секунды в кипяток. И вот в итоге что у нас получилось. Я оформила шоколадом тертым. Желаю вам приятного аппетита. Кушайте, удивляйте своих деток, мужей, которые любят сладенькое. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, жмите поделиться. И до новых встреч! Пока! А это мой дегустатор, который сейчас пробует. Ну, попробуй и скажи, как? Нормально. Ну как, вкусно? Угу. На что похоже? На обычный какао. Обычное желе, да? Десерт такой вкусный, да? Угу.